Я бы не сказал, что сейчас будет прям большое и полноценное интервью. Просто записывал рассказ Александра Сальникова про топорики «Гусак». Обычной и спортивной модификации. Так. Топорик называется «Гусак». «Гусак». «Гусак» один. Угу. Чем хорош? Да, на мой взгляд, всем хорош. У него основная за счет серповидности великолепно втыкается. Что обороткой, что без оборотки. Его можно кинуть даже без оборотки, ходит хорошо. Обороткой при обороте закусывается вот этими двумя зубцами. Если промахиваемся, закусывается вот этими двумя зубцами. Если вариант брать спорт, потому что в спорте вот этот зубец не идет никаким образом. Его стараются не применять. По спортивным правилам работает только лезвие и только определенного размера. Тогда мы берем вот такой гусак, называется «Гусак-2». Спорт. И у него только рабочая вот эта часть, плюс повышенная, соответственно, масса изделия. У спортивного не только масса самого топорика больше. При желании на него можно накладывать разные свинцовые грузики. За счет отверстия. Да. Это не моя идея. Это, так сказать, у нас образное собрание с людьми. Почти не будет. Металлик, поверь мне, летит великолепно. За счет того, что здесь мы ставим разные блямбы, вот, и грузики, тут прям вот хорошо идет. Вот такая вот загогулина. Ну и вот, красивые металлические подвески. Надо будет при случае о них порасспросить. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, и будет вам счастье. Пацаны, ставьте лайки. Большие и много, 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 совсем много. И не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо, друзья. Всем удачи. Привет.